Уникальные и редкие алмазы, добытые Алросом, бриллианты и ювелирные украшения, созданные ювелирами и огранщиками алмазной компании, совсем скоро увидят жители Мирнинского района. Здесь впервые пройдет выставка «Алмазный фонд Алроса» в честь 65-летия алмазной компании. Суммарный вес всех алмазов и бриллиантов выставки более 2500 карат. Жемчужинами станут крупные кристаллы, а также алмазы необычных форм и цветов. Только здесь посетители увидят камень весом более 430 карат, примерно как 4 больших грецких ореха со скорлупой. Гиды посвятят посетителей в тонкости огранки и оценки каждого камня, расскажут и покажут копии трех знаменитых бриллиантов из коллекции The Spectacle, приоткроют завесу над вековыми традициями ювелирного дела. В чем уникальность этих алмазов и бриллиантов? Алмазы будут представлены крупными размерами, это более 100 карат даже есть экземпляры, достаточно крупные камни, и они, более того, имеют собственные имена, так называемые именные алмазы, присвоенные в честь великих выдающихся людей, либо каких-то больших событий в республике и в стране. Алмаз, вот, к примеру, уникальное последнее наше пандемийное событие в честь изобретения вакцины. Есть алмаз, названный «Спутник-5». Также уникальный камень есть «Инь-Янь» называется. Это на самом деле два камня, образовавшиеся из раскола одного большого, и уникальность его в разных цветах его частей. Надо будет увидеть. Количество пригласительных на выставку ограничено. В первую очередь экспозиция приедет в Мирный с 4 по 17 июля в ДК «Алмаз». Желающим полюбоваться красотой камней нужно обратиться в кассы Дворца культуры «Алмаз» с паспортом и выбрать дату посещения. Выставка «Алмазный фонд Алроса» также пройдет в Айхале и Удачном. Анна Винокурова, Юлия Золотарева, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край».